Я хотел бы еще раз отметить то, что действительно за последний год проведена огромная работа, которая, собственно говоря, до этого и не проводилась на федеральном уровне, да, и на региональном уровне тоже. На протяжении многих лет проблема незавершенного строительства зрела и на самом деле вызрела уже до такой степени, что сегодня принятие решения по незавершенному строительству является важным не только в области экономики, строительства, финансов, других сфер, но и в области социальной поддержки населения. Я не буду говорить о тех цифрах, они наверняка у всех есть, о 1354 объектах незавершенного строительства в Дагестане на сумму 41,4 миллиарда рублей. Действительно, моим предшественникам, Владимиром Абдуалиевичем Васильевым, председателем правительства, его подчиненными, была проведена огромная работа по инвентаризации этих объектов. Но у нас в сегодняшний день есть полный пакет документов, которые мы можем вынести для принятия решения на федеральном уровне. Безусловно, этот пакет документов подлежит проверке. Безусловно, он подлежит некому аудиту и согласованию с другими ведомствами, заинтересованными в реализации этих проектов. Но на самом деле эта работа уже проведена. И мы готовы ее предоставить. Выступление очень насыщенное. Спасибо вам за вашу позицию, Сергей Алимович. Мне кажется, что эмоционально любой губернатор сегодня вас поддерживает, и мы вас тоже поддерживаем. Потому что 41 миллиард для региона – это колоссальные деньги, без сомнений.